Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы затронем с вами такую важную тему, как практикоориентированное обучение в школах Англии. И чем же такой формат обучения так важен? А тем, что именно за счет выполнения практических задач студенты намного эффективнее получают новые знания, чем просто слушая сухую теорию. Это один из самых эффективных методов обучения, на который в Великобритании делается очень сильный упор. Итак, предлагаем вам в этом видео отправиться в графство Сури, то, что недалеко от Лондона, и узнать, какие проводят опыты и эксперименты на уроках химии и физики в престижной школе в Англии Кейтерам School. Присоединяйтесь, мы начинаем. Вы говорили, что наука – это один из самых популярных предметов. Вот пустая. Это биология? Это физика. Все классы в этом крыле посвящены физике. А это преподаватель? Однорукий учитель. Как его зовут? Боб? Привет, Боб. Хорошо. И вы используете эти умные доски. В каждом классе такие. Да, у нас есть Apple TV в большинстве классов. То есть вы школа Apple. Да, мы школа, отобранная Apple. Даже так? Хорошо, буду знать. И астрофизика. Тут также проходит астрономический клуб. Есть астрономический клуб. Вообще классно. Ну, супер оборудованы, да, комнаты? Ну, да. И есть наверняка у вас отдельный человек, который готовит все опыты и эксперименты. Да, конечно, like technician guy, yeah? Есть отдельный человек, который готовит эксперименты. Да, есть отдельный технический работник. Вот это да, каждая новая тема практически начинается с эксперимента. С эксперимента, а потом уже к теории продвигаемся. Так же лучше запоминается. Ну, конечно, самое важное, это же скилл, который в университете потребуется. Ты придешь в вуз и не будешь уметь работать. Жизненные навыки. Это очень важно, не так ли? Поэтому нужно делать уроки прикладными. А что там? Проводите эксперименты с вином? Да. Ага. Прикольно. И также у вас есть система локеров. Здесь тоже вот, пожалуйста. Вот что это вот за эксперимент? Ты можешь мне объяснить? Я, к сожалению, не физик, не разбираюсь. А, ты же химия и биология, да? Джейн, вы знаете, что здесь было? Эксперимент? Я не знаю, боюсь, что нет. Здравствуйте! Вот и учитель. Мы пытаемся понять, что здесь происходит. Это эксперимент. Все подогревается благодаря горелке. Горелка подогревает воду, воздух, и жидкость поднимается. Воздух поднимается, увеличивается и влияет на уровень воды вот здесь. Я думал, что вы здесь делаете этанол. Нет, может быть, так выглядит. Это больше по части химии. Да, это к тебе. А здесь физика, и мы изучаем расширение воздуха. Проводите много экспериментов? Мы только что это обсуждали. Стараемся делать как можно больше, чтобы делать уроки прикладными. Это больше демо-версии. Здесь мы изучали, как свет разделяется и превращается в спектр. А вы что заканчивали, Джейн? Я занимаюсь маркетингом. Я вообще не ученый. Но мне бы хотелось. Это такой интересный предмет. Помимо таких естественных наук, как физика, химия, биология, практикоориентированное обучение как нельзя лучше подходит и для уроков технологии. Ребята таким образом лучше понимают процессы проектирования и изготовления различных изделий. Кстати, мы лично смогли оценить это в департаменте дизайна и технологий в школе Кейтерам. И вас, дорогие друзья, приглашаем сделать то же самое. После просмотра этого ролика переходите в описание под этим видео и находите ссылки на видео про уроки технологий в этой прекрасной английской школе. А пока, back to our tour. А это что? Это спектрометр ультрафиолетового диапазона. Что бы это ни было. В общем, туда помещают различные материалы. Например, вы там видите сульфат меди. Можно его туда поместить, через него пропустить свет. И вы увидите, как он через него проходит, какой свет поглощается, а какой нет, проходит напрямую. И этот прибор может с точностью определить материал, который в него помещен. Вы также занимаетесь астрономией? Да, астрономия есть на GCSE. У них она проходит на 4-м и 5-м году. И затем экзамен на 6-м. Это как дополнительный год. А вы верите в инопланетян? Верю ли я? Да. Мы не одни. С точки зрения вероятности, конечно. Также у нас появился клуб.
younger children, Да, точно, есть клуб по физике, который проходит также и на пансионе. Это STEM? В общем-то, это только физика. Но это дополнительные уроки физики для студентов A-Level. Замечательно. И такой же есть для химии и биологии. У меня у самого двое детей, и я хотел бы, чтобы они стали инженерами. Да, замечательно, физика — это лучшая наука. Кто-то, может быть, поспорит? Да, у вас здесь биохимик. Хорошо, рад знакомству с вами. Очень приятно. Все знаменитые ученые. И Тесла, конечно же. А мы можем посмотреть химию? Нам в эту сторону. У каждого есть свой шкафчик, да? Отдельный шкафчик. Да, у каждого есть свой. Это хорошо. Но они в разных частях школы, в зависимости от того, в какой части школы ты находишься больше. Окно, как в подводной лодке. The Good Schools Guide, книга-путеводитель по государственным частным британским школам, назвала Caterham School инновационной, предлагающей все самое лучшее в современном образовании. 15% студентов здесь иностранцы. В их число входят и выходцы из стран СНГ. А если вы тоже хотите учиться в лучших зарубежных школах и университетах, тогда обращайтесь за помощью к нам. Компания Мариади поможет не только с выбором учебного заведения, но и сопроводит на каждом этапе заветного поступления. Наши консультации абсолютно бесплатные. Связаться с нами вы можете, пройдя в описании к этому видео и выбрав любой удобный для вас способ. А мы пока возвращаемся к обучению в Caterham School. Так, и здесь Владимир проводит большую часть своего времени на этаже химии. Там у нас уроки. Ага, ну ладно. Все очень практикоориентировано. Очень много экспериментов и так далее. Да, да. Кто-то из вас изучает науку? Да, он. Что, много-много опытов вы проводите? То есть практически каждый, да, урок, там, через урок нам дают эксперименты по каждой теме. Ага. Мы что-то новое узнаем, нас учат следовать протоколу, что очень важно в работе лаборатории, то есть техники безопасности базовые, то есть каждая научная комната оборудована оборудованием, и там можно посмотреть, кто-то что-то для эксперимента подготовил в красных корзинках. То есть есть специальные лаборанты, которые занимаются, готовят каждый эксперимент. Да? А это техническая комната? Да, мы можем там снимать? Я просто загляну. Здравствуйте, мы на экскурсии по школе. Здесь вы готовите все эксперименты, да? Да, по химии. Хорошо, спасибо. Никаких больше пустых классов. Ничего страшного. Но я вижу, что все классы очень хорошо оснащены. Хорошо. Ты должен быть в каком-то из этих классов, нет? Матан. А? Математика. А, математика. Матан. И также есть отдельный этаж для биологии, да? Да. Отлично. Все науки на разных этажах. И они все выглядят примерно одинаково. Мы, ребята, вас отпустим. Давайте отпустим, ребят, потому что им нужно на уроки. Еще раз было очень приятно с вами, ребят, познакомиться. Будем на связи. Учебный день в Caterham School закончился. Учебный день вообще во всей Великобритании закончился. Машины, которые сейчас сюда приехали, это родители, которые приехали забирать своих детей. Я тоже должен ехать за своими детьми, поэтому я с вами прощаюсь. До встречи уже в следующих выпусках или во время вашей бесплатной консультации. Пока! Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.